это целая история, которая начиналась с момента создания партитур. Ведь адаптировать, скажем так, рок-звучание, звучание ансамбля, который исполняет рок-музыку, в народный оркестр, ну, это довольно проблематично. И приходилось просто, ну, скажем так, изобретать вот эти приемы аранжировок, чтобы это каким-то образом не стало пародией, а это стало действительно по-настоящему самобытным каким-то таким вариантом.